Всем привет! Добро пожаловать! Ну что, мы дома? Ура! Ура! Вчера приехали, наверное, уже где-то часа в три ночи. Мы же еще за котом заезжали. Вот. Нет, тут свет слишком яркий. Вот. И что, очень сильно устали. У меня муж поехал сейчас на работу, его вызвали. Ну, на собрание там какое-то. А так, по идее, ему через два дня на работу. Он бедный, больной весь. Ну, в общем, заболел, простудился. Простудился. Не коронавирус. Вот, кот ходит, мяучит. Всю ночь мяукал. Сейчас мяукает. Что, мы даже сумки не стали затаскивать. Мама там дала нам два пакета с продуктами. Потому что холодильник у меня пустой. Вот, два пакета с продуктами дала, и вот я кота несла, а муж два пакета с продуктами свои, там, свой рюкзак, мой рюкзак, грубо говоря, ну, по мелочи, и там у нас еще осталось две сумки, короче, сейчас он приедет и принесет мне эти сумки, буду разбирать, в общем, эти сумки, сумки да сумки. Вот, мы когда вчера пришли такие сразу все спать, легли в свою кроваточку, на свой чудесный матрас, свои подушечки, одеялко. Это было такое блаженство, у меня он даже слезы наворачиваются. Вот он. Видите, как соскучился? Вчера я залетела сразу, быстрей, где Тимоша. Не могли его найти минут пять, он прятаться же умеет. Вот. Потом я вижу его глаз, так как говорю, Тимош, ну иди сюда. Вот. Он такой на меня, типа, вот, вышел сразу, я его в охапку и побежали, в общем, бегом устали. И вот, в общем, сегодня сколько в три легли, все мы проснулись, муж уехал на работу, я вот, короче, немножко привела себя в порядок, осталось только вот что-то сделать с головой, хотя, в принципе, нормально. И собираюсь пойти в магазин, так как мне разбирать нечего, мама, спасибо ей большое, приезжала на днях, ну, немножечко прибралась, так что убираться мне не надо, слава богу. Вот сегодня буду разбирать сумку. Так, отправляюсь в магазин и еще зайду в аптеку, мужу докуплю таблеток. Наговорила тут опять. Ну что, я вернулась. Огурцы, чек. Ну, мало ли кому интересно. Так, помидоры, яйца, хотя я в основном беру сразу 30, но я как бы пошла вот в ближайший магазин, сразу вот так взяла, потому что без яиц я вообще не представляю. Вот через пару дней, когда немножко оклемаемся, съездим в нормальный магазин, закупимся. Так, вот это средство, кстати, пшикать, так скажем, в горло, очень хорошее. А из порошков был только вот этот вот. Вот. Собственно, что? Вот это. Другой вообще не было никакой. Так, это мне в обычные салфетки просто руки вытирать. Ой, капусточка красивущая опять маленькая. Но она такая прям набитая. Ну, обычно бывает такая внутри. Ну, в общем, ладно. Вот так, колбасу, как бы выбора особо не было, поэтому взяла, какая была, хлеб. Тоже особо не было никакого, это хотя бы более-менее мягенький. Ну, нам на пару дней хватит. Заморозки-то у меня еще мясо есть. Так, сметану. Знаете, что не взяла творог, забыла. Но у меня, по-моему, заморозки еще пару пачек есть, поэтому нормально все. Так, майонез. Майонез. Взяла вот эти котлеты, которые брала в магните, а сейчас они стали появляться в фасоли. И в фасоли почему-то... Слушайте, а по чеку сколько они? Мне показалось 171 рубль, а в магните без акции они 200. Где? 171, да, котлеты. Ну, муж сказал, что нормальные котлеты. Вот. И... Опа! Пельмени. Такие ни разу не брала. Ну, там как бы тоже маленький выбор. Или совсем там за 600,
А вот эти за 900 грамм, по-моему, 300 рублей. Ну, и все. И кусочек сыра. В принципе, на пару дней нам хватит. Сейчас покажу еще, что мама передала. Камера 10% осталось. В общем, мама нам нажарила тут курицы. Вот, лоточки. Компот. Блины свои вкуснейшие. Так, тут зеленушка какая-то. Это мы не доели в дороге пиццу. Что еще мама дала? Здесь у меня все было. Молоко еще мама мне дала. Вот. Вот это вот мама мне дала. И что-то... А, и вот такую колбаску. Вот, в принципе, да, нам хватит. Даже, может, на побольше не буду ездить в, ну, в этот... В этот самый. А тут мясо у меня еще есть. У меня даже, вон, видите, вот этот творог, который у меня остался. Короче, мясо еще есть. Эти абрикосы мы так и не доели. Я кинула их в заморозку. Чуть быстрее, быстрее. Вот. Ну, короче, заморозка еще много чего есть. Я уже на Валберес забыла. Заказала же себе кучу шлепок. Те же у меня провались. Сейчас вот померю. Даже мекс есть. И какие-нибудь одни куплю. Вот эти уже я вижу, что не похожи на те, которые у меня были. Думаю, что... Ну, вот, конечно, мне не очень нравится. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, я, наверное, возьму вот эти. А, это точно такой же фирмы, как у меня было. Альми. Вот, потому что они 38-й. И вот здесь вот очень свободные. Не будут пальчик натирать. Хотя они мне как бы не очень нравятся. Вот, ну, прям, чтобы сильно, да, там прям вау. Вот, вот этот вот. Декор, но они удобные и легкие. Еще думаю насчет вот этих. Не знаю, нужно мне двое, нет. Но здесь какие-то они, видите, бракованные, зеленая какая-то штучка. Не знаю. Сейчас я подумаю. Мексовские, они прям так. Вот это мексовские, очень вообще легкие, самые легкие, как пушинка. Но смотрите, что здесь. Какой-то недомекс. И они мне маловаты. 37-й, вот это единственное. Писали, что идут размер в размер, но нет. Короче, не буду их брать, потому что, во-первых, маловаты чуть-чуть, а во-вторых, вот это вот, что это? Ну, коробочка красивая. Такая выдвигается, знаете. Вот эти даже не стала мерить, думаю, какие-то совсем детские. Так. Вот эти 38-й, но они прям малые мне. Прям вообще малые. Так. Не знаю, сейчас насчет белых подумаю. Не знаю. Так, что здесь еще есть? Вот такие мне понравились. Но, скорее, я вот такие лучше побольше закажу. Это 38-й. Но они прям тоже маленькие. На два размера мало мерят. И там еще такие же бежевые. Вот я, наверное, черные возьму. И все, в принципе. Слышно, интересно, мне я просто тихо говорю здесь. Что здесь еще показать вам есть? Так, и вот такие тоже, они прям совсем маленькие тоже. И там бежевые вот такие же. Все, наверное, черные возьму, да и все. Так, а что у меня тут? Я тут сворачиваю белье, вспомнила про цветы, думаю, надо глянуть. В принципе, как бы все нормально. А вот этот вот меня очень даже радует. Сейчас быстро вспомнила про них, начала поливать. А этот изящох. Этот тоже, а вот этот, смотрите. Ну... Но самая большая печалька, вот этот что-то как-то пожелтел малость. Ну ладно. А вот этот вот меня порадовал. Смотрите, он все длиннее и длиннее с каждым разом. А вот этот меня расстроил. Здесь появились такие же мошки, как и были на таком же вот цветке, только которые уже такие поникшие были. Не мошки, а какие-то букашки, я не знаю. Ну не видно, короче, мелкие такие белые. Сейчас его отставлю, вот, чтобы, не дай бог, другие, на другие они не перешли. Почитаю в интернете, что делать. Так, хотела вот это посмотреть, что тут мама мне передала. Соль морская, девочки. Я еще туни израсходовала, у меня там, наверное, 5, а то, может, и 7 пакетов. Так, клубничная вареница. Это у меня муж очень любит клубничная вареница. Так...
клубничная вареница. Тут что? Пакет с пакетами. Еще клубничное варенье, еще клубничное, еще клубничное. А это, наверное, смородина. Или что это? А это тоже клубника. Короче, раз, четыре, пять. Пять банок клубничного варенья. Ну все, гуляем. Надо убрать сейчас тоже. Прочитала, в общем, я про цветы. Это какие-то многохвостки, которые появляются от влаги. Вот. Ну вот сейчас я смотрю, что-то куда-то они пропали. А я, главное, такая полила, знаете, полила сначала, а потом полезла читать. Типа надо подсушить. Поставила, в общем, его на балкон. Вот, хотя от какой влаги? У меня родители, да, за две недели поливали, ну... Два раза всего приезжали, поэтому даже не знаю. Короче, поставила сюда, посмотрим. Народные средства только марганцовка. У меня ее нету. И, соответственно, надо идти в магазин покупать. Но у нас здесь нету цветочных магазинов рядом, поэтому... Ну, посмотрим, подсушу, а потом будет видно. В общем... Я разбираюсь. Мне осталось разобрать тут косметику какая-то и лекарства. Здесь у меня... Стирка, я уже, наверное, четвертый или пятый раз загружаю машинку, тут по цветам разложила. Сейчас темная стирается у меня. На ужин хочу приготовить салат. У нас здесь еще есть курица, которую мама, ну, передала. И хочу блинчики, ну, так, знаете, сырок натереть, чтобы блинчики с сыром. Ничего особенного сегодня не будет. Пельмени ели, посуду. Кучу тут надо сейчас машинку заправить. И еще компот я сварила. Персики, ну, брали в дорогу, не доели. Две штуки. Я с этой, с грушей, с грушей персик сварила компот, в общем. Вот. Я же вам, по-моему, не показывала, что мы купили. Мы, короче, купили два вина. Ну, так, что мы купили? Мы, в принципе, ничего не покупали. Две вот такие вот чачи, но это на подарок. Вино одно на подарок, одно я себе взяла. Вот. Вот такую чачу. Блин, что такое? Вот 45 градусов. Одну уже один подарок муж уже подарил, съездил сегодня на работу. Вот один мне на работу и вино одно мне на работу. И вот еще один, это муж подарит тоже кому-то там на работу. Вот. Еще купили арбуз, родителям арбуз, ну и папе тоже чачу купили уже, тоже отдали. Но такую мы взяли ему на разлив. Ну вот эти вот, не знаю, знаете, нет, а в обычных пластиковых бутылочках. Вот, и маленькую 45 градусов, там 250 грамм, ну просто попробовать. Ну вот, арбуз, соответственно, еще один родителям взяли, еще у мужа там два в машине тоже, кому-то хочет. Здесь что у меня? Салатик я уже сделала. Курочку сейчас подогрею. Здесь у меня растаял. Все отлично. Блины с сыром вот так вот сделала. Порежу, как вот тортик такой, знаете. Так, картошку жарю. Вот эта вот крышка дурацкая. Муж попросил пожарить картошки. Мама как раз нам передавала картошку. Я ее всю пожарю, сейчас поедим. Вот. Что еще купили-то? Я купила еще яблок. Вот персики брали. Три такие уже мятые. Я их в компот пустила. Вот это еще нормально с собой просто. Ну, не довезли бы мы персики, я просто думаю. Груши купили маме там. Я отложила. Яблоки вот много купила. Я думаю, может быть, повидло сделать. А может, просто в компоты буду добавлять. Все, в принципе, больше ничего. А еще чучхела. Смотрите, какая чучхела. Сейчас у меня холодильник будет пищать. Я такую не видела никогда. Обычно они вот такого цвета, видите, ну. Ну вот. Ну, как бы красного вот такого, в основном они такие, вот такого цвета. Вот такую первый раз вижу, желтую и зеленую. Взяла просто попробовать, знаете. В принципе, все. У меня все готово. В последнее время режу вот так вот лук. Знаете, как перья получается. Как, ну, макаронные перья так красиво смотрятся. Не знаю, мне так нравится. В общем, у меня все готово. Садимся кушать. Картошку выключила. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита.